Сейчас я там поближе подлечу, посмотрю. Интерфейс кушает FPS. Паный карась. Если смотреть только в чат, то у нас тут прям геймплей. Надо же создать видимость. Какая работа? Когда вообще нет? Сто человек занимается, если вот тут где они. Ну ты скажи, что 100 человек там делают? Я правда хочу это знать. Яхту вызывают. Ксена угроза когда была, хоть какой-то контент был? Да нет, просто война с ботами, мидрис захватывать. Броньку все закрывали, да и все себе. Ну и на идрисе катались, так сказать, тест-драйв от разрабов. Контент был, когда дюк был. Вот там был контент. Тебе бы только подюпать. И убивали, и грабили, что так они делали. И банили. Острых в гриву. Можно было просто на пикер спуститься, через 15 минут Геркулес пролетал. Тут где-то писали, 600 человек забанили, что ли? Больше. Летние каникулы строили. Забанили самых жадных. Или самых работящих. Жадность фраера разгубила, как говорится. Маза нереальные, твою мать, что такое-то? Так, а чё, поближе-то сесть тут не получится, да, одни кусты? Больше мусора, вот в чём проблема. Я могу, конечно, его расковырять из этой, из ПВО. Тут вроде кто-то же прилетал на сальвашке. Да я чё-то тоже вот смотрю, надо. Дестройер на 2 минуты наперекур. А там есть что пилить с сальважем?
Ну, да, да, тут остовы всякие это. Все вроде мелкие корабли. Мелкие, мелкие. Ну это ж не интересно. Ну, Андромеда он стоит, я вижу. Интересно, но было бы крайне полезно на самом деле. Вот Геркулес интересно пилить. Хаммерхед интересно. Ну, Хаммерхед сказали, не надо сюда везти, а то вообще все полностью испугаются, что в принципе прилетает. Поставить на землю как турель. Так я эту роль и выполняю. У нас даже Центурион на земле стоит. Бы еще 20 минут здесь, дальше ухожу. Принято. Да, ближе Геркулеса что-то присесть-то вообще негде. Лаба, черти где. Это ты можешь NB на Редимире поменять? В качестве пилота? Угу. Могу. NB, ты уходишь? Через 20 минут. Давай. Сейчас меняемся. Ну давай, через 20 минут. Через 20 минут. Я просто думаю тоже, что за нам задерживаться-то здесь. Мы такой команде не особенно нужны. А может хоть какой-то пакетник? Почему? Извиняюсь, турельщики еще нужны? Да нет. Ну, я в принципе думаю, еще минут 20 можно пугаться, да? Сколько мы начали? Раз, наверное, минут 30-48 уже. Да ну побольше. Пойдешь ты для приличия. Сейчас мы. Светогор. Минуту. Так, ну, флот через 20 минут снимется. Кто хочет, можете оставаться на сервере, дальше тут отвлекаться. А прикрытие нужно будет грузу? Да, продаваться. Ну, кстати, да, нам же реально продаваться еще, может, еще на продаже будут пасти. Киньте пати, Светогор. Продажа где сейчас? На свалках? Да, на янтарной свалке. Так, а здесь же свалка есть? Да, она не будет. Ну, вы грузитесь, мы же проводим, чё. Она называлась Brios Breakers Yard, нет? Свалка это. Можно и там. Пойду помогу с погрузкой груза, пока цели нету, ПО офлайн. Дестройер на месте. Поддержка и медицинскую берет. Это Херстон? Землица, блин, нормально, толком проблема. Так, а парель закрой, может, хватит места. Так а мне-то надо именно с открытой парелью. Угу. Мне пару коробок. Ну смотри, если тебе
Можешь мое место взять, я все равно тут. Положите что-нибудь в проходе, чтобы шлюз не закрывался. Так, а ты сейчас взлетать будешь, да? Да тут, в принципе, вон справа от меня достаточно места для курсора. Там труп есть, можешь труп положить. Так, давай-ка посмотрим. Справа есть, от... чуть на свалку слетаю, посмотрю. Хорошо. Прям в шлюз влился. Это что за феномен? Туда я F7 в воздухе пустой рядом с лисом. Или он не пустой? Ну, они обычно не должны быть пустые. В такой атмосфере он не должен быть в воздухе. Может, десинг? Может быть. Рядом со мной сейчас вот 150 метров. Видишь что-нибудь? Сейчас, подожди. Это корсар раздолбанный лежит? Ничего не вижу. Вот я сейчас свечу на него. Прикольно. Че интересное в седьмой? А наши кто-то же выходил, может, оставили? Без понятия. Он пропал. Щиты слетели, он пропал. Давай, я уступлю место. Я уже достаточно загрузился. Давай. Подожди, еще два человека несут на тебя. Да, я вижу. Закидывайте, и я улетаю. Да, мы даже меньше половины тебя загрузили. Не клади все яйца в одни трусы. Да там даже яиц-то нету, там так, половина яичка. А они прям каждый бокс отдельно по десятке продаются или как-то вместе? Нет, все вместе, просто в ICO объединяются. А если маркер моего корабля пропал, это значит, что его убили? Не обязательно. А, у меня под аппарелью болтается. Шаман, отлети, дай человеку при этом. Правее, правее. Стоп. Морду вверх. Морду вверх, вверх, вверх. Левее морду. Левее, говорю, морды. Джет Лиса на свалке. Не проворот, просто морды повернуть. На свалке. Чисто, нет никого, кораблей нет. Внизу не проверяю. Принято. Не так заходишь по оси Y, повернись направо. По часовой. Еще. Стоп. Вниз аккуратно. Назад, вниз, вниз в плане назад. А. Морду вниз. Угу. Отлично подходишь, стоп. А вниз тангажем на control. Угу. Правее на дерево сел. Слишком резко делаешь. О, сервер тормозит. Я понимаю, правее. Я вижу. Ред улетел. Морду влево. Угу. Еще левее. Угу. Опять пролаги. Угу. Вот как сейчас стоишь, тебе нужно именно между двумя деревьями проскочить, чтобы аппарель опустить сюда к нам. Угу. Нос задирай. Угу. Отлично. И правее, без смещения. Лес. Все,
Все, у ей касание земли есть, теперь выровни так, чтобы по ней подняться могли. Не, я тебе говорю, тебе нос нужно влево ровно повернуть, носом именно без смещения какого-либо, и сдать назад. Так, вот так, вот так. Стоп. Теперь корпус влево. Корпус левее корсала размести. Там пати еще раз дают? Кому пати? Пати еще раз дают или уже все? Еще чуть-чуть влево смести, и будет великолепно. Святогор. Не, я, видимо, в деревьях застрял. Я понимаю, у тебя правый движок застрял в деревьях. Слезь с дерева, и вот в таком положении к нам подойдешь. Святогор, а ты на сервере? Корпус влево. Вроде, да. Влево. Угу. Алекс, кто за тобой? Назад. Вот, все, назад. И чуть-чуть морду вниз, чтобы можно было подниматься. И стоишь идеально. Все, высоту отрегулируй. Угу. Ниже сядь, не достает. Угу, идеально, все, встал идеально. Ну, почти идеально. Еще чуток морду вниз. Отправил, давайте. Все, идеально, идеально, идеально. Поем. Кому еще пати? Так, завис, если что, орите. Пати принял, вот вижу людей. Я левый беру. Оно забагался, надо ручками нести.